Госпожа, у меня плохое предчувствие. Здесь слишком тихо. Мне кажется, мы идем прямиком в ловушку. Это не важно, Наиша. Если Иллидану удастся найти то, что он ищет... Постой-ка! Смотри! Странно. Это орочьи руны. Они были начертаны рукой Гул'дана 20 лет назад, когда он впервые открыл гробницу. И о чем они говорят? Очевидно, он записал историю своих странствий по гробнице. Быстрее, глупцы! Рассредоточьтесь и найдите главный проход! Мы должны войти в зал Ока до того, как проснутся стражи гробницы! Безвольные трусы! Я сказал, шевелитесь! Что ж, Саргенос, теперь все, что осталось от твоей силы, станет моим, и я повергну этот жалкий мир на колени. Никто не знает, что за силу Гул'дан и его приспешники пробудили в этом проклятом месте. Нам следует быть осторожнее. Приветствую вас, ребята, на канале Роли Гейм Онлайн. С вами Рости, мы продолжаем играть в Warcraft 3 Reforged. Ужас морей. Компания за стражей. Маев преследует Иллидана, и мы вместе с ней отправляемся, точнее, продолжаем его преследовать. Итак, это третье видео за эту компанию. Я очень рад, что к нам вернулась Наиша. В прошлой серии она погибла, но сейчас она опять воскресла, и это хорошо. Ребятки, кстати, если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте. Неупокоенные орки. Гул'дан привел их прямо в объятия смерти. Неудивительно, что они до сих пор горят жаждой мести. Обязательно открываем все ящики. Руна защиты. Уже спасибо не надо. Ну, ладно, используем ее, конечно, все равно, но... Эльфы такие эльфы. Особенно мне нравится, как тупашит Маев. Лучницы почему-то впереди, но не сзади, хотя не должны как поддержка быть. Видите, что происходит? Маев врывается, так, и поехали. Ну, у нас почти кто-то умер, но у нас есть слабая руна исцеления, что, в принципе, уже хорошо. Так, сразу выпьем пот. Дальше здесь никуда нельзя пойти. К сожалению, нельзя. Включаемся обратно. Я завершу начатое. Самое время. Тут мы были. А тут можно? Ты можешь сюда запрыгнуть? Нет, не можешь. Ну и ладно. Идем тогда дальше. Используйте скачок мою. Хорошо. Немножко подняли себя максимальный параметр маны. Теперь у нас 615. Возвращайся обратно. Я уже заждалась. Я завершу начатое. О, страж гробницы. Это серьезно, дядька. Тогда... Сделаем вот так. Никто не смеет осквернять гробницу Саргероса. Блин, он пока Дестана использует. Самое время. Пойдем дальше. Ну, мы в любом случае дальше пойдем. Сначала посмотрим, что здесь. Лоучи скверны. Чуть не обозвал его адской гончей. Виновные будут наказаны.
к этому дальше. Нет, сразу, наверное, сейчас обратно вернемся. Посмотрим, что там за вратами. Я завершу начатое. Топудов какая-то штучка, наверное, лежит. Так, а сюда можно запрыгнуть? Я уже заждалась. Проверим. Самое время. Я завершу начатое. Близится финал. Просто такая с рубиночками прям просится, чтобы я туда прыгнул. Виновные будут наказаны. Медицинский трактат. Плюс 50 к запасу здоровья. Понятно. Прочитай. Не хочешь, я сколько раз нажал. Ты проигнорировала. Так, руна исцеления. Есть. Медицинский трактат. Есть. Или Дан где-то здесь. Я уже заждалась. Ух ты! Это еще такой пожирнее. Тоже стан. Справедливость восторжествует. Еще раз. А, нет, это не стан, это, наверное, замедление больше. Так, ну с него должно что-то выпасть. Ни хрена с него не выпало. Так, ладно, пробуем. Если я подсвечу, нельзя, да? Хорошо, а сюда? Не хочет она прыгать, к сожалению. Ну тогда газуем сюда. Так, тут мы были. Вот тут мы не были. Хотя, ходили, пришли, пошли, значит, были. Значит, сюда. Самое время. Тут ничего нету. Я уже заждалась. Оп. Ну, на маны. Близится. Че еще? О! Наши воины вступили в бой. Ну тут ты сама. За стражей. Я завершу начатое. Руна исцеления. А, блин, надо было не брать, тут еще кто-то есть. Я уже заждалась. Я завершу начатое. Ну вот, все-таки, все-таки можно было туда запрыгнуть. Или Дан где-то здесь. Виновные будут наказаны. Значит, можно было. Самое время. Это осколок сферы теней, принадлежавший Гул'дану. Видимо, она разбилась случайно. Отыскав недостающие осколки, мы могли бы восстановить сферу и воспользоваться ее силой. Заберите осколки сферы теней 10. Ого! Я уже заждалась. Знать бы, где еще искать эту сферу теней. Я завершу. Может, сюда можно запрыгнуть, а может, и нельзя. Блин, я сейчас так всю ману протрачу, пока буду прыгать. Это раз, а во-вторых, это же все время. Блядь, я тут прыгну, я не вижу, куда прыгать. Сейчас скажет, типа, вы не можете прыгать в неизвестность. Да. Я завершу начатое. Виновные будут наказаны. Ну, возвращаемся. Я уже заждалась. Близится финал. Самое время. Ты еще побеги, я не знаю, а беги вообще с другой карты забеги. Во имя правосудия. За стражей. Может, оп, видел. Правосудие свершится. Как туда запрыгнуть? Виновные будут наказаны. А ну в сторону. Самое время. А, добрейший вечерочек. Я уже заждалась. Там кто-то стоит, мы его пробежали. И так нормально ей урон нанесли, хоть бы она не сдохла, хотя сможем отпрыгнуть в любой момент. Во имя правосудия.
здесь руна маны. Что-то еще есть. Наверное, надо было где-то отсюда потом запрыгивать, а не так сразу. Ну ладно. Виновные будут наказаны. Повернуться этому козлу навалять. Я карающий клинок в руках богини. Так, у нас уже плюс 2. Что она нам дает? Артефакт, заключающий в себе силу совета теней, дает плюс 2 к атаке. Привет. Близится финал. Какова воля богини? Не стесняйся. Поторопись. Мантия интеллект. Мне не подаю, брач. Я уже заждалась. Так, ну тут я был. Все, значит, сюда. Виновные будут. Блин, наказаны. Столько этих сфер теней, где же их всех искать? Вот что интересно. Я завершу на аж 10. Ну, в принципе, карта большая. Самое время. То, что нашел. Я завершу начатое. Я слышу голоса наших бойцов. Они доносятся с той стороны завала. Если мы уничтожим его, они сумеют пробраться внутрь и помогут нам в охоте на Иллидана. Идут хищник. Рев. Плюс 25 к урону находит. Ага. И омоложение. Отлично. У нас теперь появился хил. Иллидан где-то здесь. Радует. Я видел, сюда можно запрыгнуть. Близится финал. Руна маны. Я уже заждалась. Самое время. Еще один. Виновные будут наказаны. 3. Все равно маловато. Я уже заждалась. Как по мне. Нет. Запрыгнуть так и не могу. Так, они отсюда пришли. Может, куда-то еще сюда можно запрыгнуть. Близится финал. Посмотрим. Самое время. Я завершу начатое. Ну тут типа они зашли. Виновные, ну да. Будут наказаны. Я что это за сияющий? Не буди во мне зверя. Так, я это только что где-то вот здесь она открылась, понятно. Поторопись. Иллидан где-то здесь. Я завершу начатое. Это стопотворение меня раздражает, если честно. Пора продолжить охоту. Я уже заждалась. Близится финал. Ой-ой. Самое время. Ладно, если что, потом туда запрыгнем. В принципе, вы могли бы помочь, но вы будете сильно долго оббегать. Поэтому сама разберется. Кольцо защиты. Значит, они драться с нами перестали. Поторопись. Ладно, там есть осколок. Я завершу начатое. Близится. Умри, ящерица. Плюс 2 к броне. Пора продолжить охоту. Плюс 1 к силе героя, плюс 1 к ловкости, плюс 5, плюс 6, плюс 105. Ладно, не будем трогать броню. Виновные будут наказаны. Уходим отсюда. Так, 4 осколка. Насчет сюда пойдем, то, наверное, где-то еще, наверное, найду. Кстати, у нас я почти пятый. Мы впустую тратим время. Я уже заждалась. Жду так, приказа. Тут лучницы, которая, блин, двигается впереди, мне не нравится. Там я уже был. Видишь, что у нас по ХП? Я вижу, надо подлечить. Вот а тут еще руна исцеления была. Самое время. Ну, ладно. Я завершу начатое. Виновные будут наказаны. Снова руны Гул'дана. Интересно. Это продолжение истории чернокнижника. Треклятые полоумные слабаки. Наверное, их всех уже убили. Все равно мне нужно идти дальше. Моих сил должно хватить, чтобы...
Что за смех? Это ты, Саргерас? Ты насмехаешься надо мной? Посмотрим, кто будет смеяться, когда я заберу у тебя твое пылающее око. Он снова упоминает загадочное око. Что это может быть? Несомненно, могущественный артефакт. Если он так привлекал Гул'дана, должно быть, его сила очень велика. Должно быть. Правосудие свершится. Все, я уже вижу, куда я буду прыгать. Или Дан где-то здесь. Куда? Не могу прыгнуть. Я уже заждалась. Я как не разбить? Я же только что видел ту хрень. Близится финал. Ладно, а если мы сейчас ею запрыгнем вот сюда? Нельзя. Надо разведать местность. Ну что за бред, блин? Виновные будут наказаны. И сюда, наверное, запрыгнуть нельзя, да? Я завершу начатое. Сволочи. Вы же сами заставили меня искать эти 10. Виновные будут наказаны. Там хрен какой-то большой. Правосудие свершится. Блин, дал баф, но далеко. Получше будет. Самое время. Есть, мы апнулись. Так, а что качнем? Качну блинк, чтобы поменьше хавал маны. Я уже заждалась. Наши воины вступили в бой. Во имя правосудия. Фолиант интеллекта. Я уже заждалась. За стражей. Уже в пути. Где-то я там еще кого-то мало хочу. Наиша, подруженька моя, дни моих суровых. Я завершу начатое. Виновные будут наказаны. Самое странно. Это статуя Асшары. Великой королевы древних времен. Именно она погубила наш народ, связавшись с Аргеросом и его пылающим легионом. Только я не припоминаю, чтобы у нее был хвост. Она больше похожа на Нагу, чем на одну из нас. С чего бы этим гадам поклоняться нашей королеве? Не знаю, Наиша. Но от этой статуи кровь стынет в жилах. Просто с открытым пак запрыгнуть туда. Я уже заждалась. Мне ваша статуя вообще не интересна. Близится финал. Я завершу начатое. Гидра. Самое время. Побеждая гидру, мы порождаем ее двух детенышей, которые выглядят почему-то как иллюзии призванные, ну, по крайней мере, по анимации. Виновные будут наказаны. Поторопись. Пора продолжить охоту. Фолиант ловкости. Близится финал. Я уже заждалась. Уничтожьте этот завал, и к нам присоединятся наши товарищи. Еще товарищи. Дриады. Мы впустую тратим Хорошо. Время. Самое время. О. Я завершу начало. Вот замес. Ого. Ни хрена себе. Бля, он сейчас еще и умрет, дурачок. Кто-то помер. Не слышал кто, но кто-то помер. Близится финал. Руна маны. И что, мы тут со всеми бились и бились, и ни хрена мы не добились. Получается так. Ничего здесь нету. Ни осколков, ни хрена. Самое время. А ну, интересно, финал. Сюда можно запрыгнуть? Я завершу начатое.
Мы впустую тратим. Так, кого у нас не хватает? У нас не хватает одного друида, он помер. Будут наказаны. И одной лучницы. Я завершу начатое. Мне кажется, вот это можно разбить, если туда добраться. Все понятно. Где-то здесь. Я уже заждалась. Поторопись. Правосудие свершится. Вот еще ящики, руна маны, вот бочки. Где-то может здесь и есть. Виновные будут наказаны. Ни хрена нету. У нас мало времени. Лечебный бальзам. Пора продолжить охоту. Есть. Близится финал. Самое время. Так, все подошли. Виновные Хорошо. Будут наказаны. Я завершу начатое. Так, может, сюда еще Я можно прыгнуть. Заждалась. Самое время. Мы впустую тратим Нет. время. Я завершу начатое. Ашал Тарадас. Что там охотница может делать? Часовой. А, то есть... Точно. Хорошая мысля приходит опосля, ребята. Хорошо, что я вообще за это подумал. Привет. Черепаха. Ты осколок теней. Так, а что вкладки тут интересно есть? Паучки какие-то, может быть? Во имя правосудия. За стражей. Ашал Тарадас. Не хватает. Каменный талисман. Призывает каменного голема. Некуда ложить, некуда. Во имя правосудия. За стражей. Так, хорошо, теперь, значит, вернемся к нашим попугаям. Когда я там хотел запрыгнуть и не доставал, вот сюда, да? А здесь где-то дерево есть, а дерева здесь нигде нету. Мы впустую тратим время. А дерева здесь нигде нету. Самое время. Мы все равно сходим, посмотрим, может. Финал. Я уже заждалась. Блин, ну там точно что-то есть. Ведь это все не дерево. А тут, или может, деревья здесь. Или где-то. Блять, ну туда ж точно можно запрыгнуть. Там же что-то есть, Виновные я видел. Будут наказаны. Виновные будут наказаны. Блин, ну обидненько. Я завершу начатое. Я уже заждалась. Вот если тут стоять, тоже ни хрена не видно, да? Близится финал. Где-то ж я поднимался, и оно был обзор мне. Я завершу начатое. И будем страдать херней. Я уже заждалась. Близится финал. Виновные будут наказаны. Деревьев нету, значит, пошли. Самое время. Ну, тут дерево может туда что-то отправить. Не зря же оно тут стоит. Будем туда от такой логики отталкиваться. Я уже заждалась. Конечно. По-другому никак. А ну, кидай. Да нет, ни хрена. Я завершу начатое. Близится финал. Самое время. Виновные будут наказаны. Большая черепаха. В
тут деревьев тоже нету. Близится финал. Я завершу начатое. Поторопись. Тут прям просится сделать вот так. На. Это для того, чтобы открыть просто, понятно. Близится финал. Или Дан где-то здесь. Наверх идем. Еще черепаха. И даже не одна. Во имя правосудия. Виновные будут наказаны. Нет, сюда тоже нельзя запрыгнуть. Самое время. Я завершу начатое. Я уже заждалась. Маленькая тюремщица, ты зашла слишком далеко. Ваше хваленое правосудие здесь не в цене. Что ты, ползучая ведьма, можешь знать о нас и нашем правосудии? Ну, дорогая моя, когда-то все наги были эльфами. Мы, высокорожденные, избранники Асшары, были изгнаны в холодные морские глубины после гибели Источника Вечности. Этого не может быть. Проклятые, изуродованные, 10 тысячелетий мы ждали момента, чтобы вернуть подобающее нам место в этом мире. И мы сделаем это с помощью владыки Иллидана. Только через мой труп. Твоя смелость достойна уважения, но пользы от нее не будет. Вот так вот, да, вы думаете? Мы впустую тратим время. Видите, как по лору получается, что наги это тоже эльфы. Так, теперь тут надо не спешить. Возможно, мы можем куда-то запрыгнуть. Хрен там. Самое время. Так, мы пришли отсюда, поднимемся сюда вверх. Виновные будут наказаны. Можно? Нельзя. Или Дан, если здесь прыгнуть. Может, нельзя правосудие прыгать. Правосудие свершится. Я завершу начатое. Близится финал. Я уже заждалась. Близится финал. Уничтожьте этот завал, и к нам присоединятся наши товарищи. Во имя Ворона. Мы впустую тратим время. Я завершу начатое. Поторопись. Прыгнул вороном, еще там никуда. Так, все отвалите отсюда, дайте ей дорогу. Близится финал. Ну вот же гидра стоит. Чуть к ней можно блинкнуться. Я уже заждалась. Не маленький гибель. Во имя правосудия. Виновные будут наказаны. Луноманы. Ашал Тарадас. Самое время. Надо тоже запрыгивать, наверное. Финал. За стражей. 7 из 10. Ну, в общем, там, где мы не смогли запрыгнуть, это гарантия, там был, блин, еще один осколок. 8, скорее всего. Пора продолжить охоту. Что здесь у нас? Виновные будут наказаны. Ни хрена. Я уже заждалась. Самое время. Еще наги. Или Дан где-то здесь. Они еще и снимаются на сете. Положительные эффекты.
Я уже заждалась. Так, ну тут негде прыгать. Хотя вот комната, вон комната. Может, это, конечно, и не комнаты вовсе, но... Пора продолжить охоту. Близится финал. Во имя правосудия. Блин, наману бы что-нибудь. Тут такое рунное исцеление. Я уже заждалась. Вот и мана. Нельзя. Я завершу начатое. Самое время. Мы впустую тратим время. У нас мало времени. Будешь как медведь, короче, танчить, я так подумал. Правосудие свершится. Мы впустую тратим время. Или Дан где-то здесь. Госпожа, смотрите. Снова руны Гул'дана. Да. Похоже, он писал в торопях. Здесь говорится... Попал в засаду. Стражи, я умираю. Если бы слуги не оставили меня, я бы смог заполучить око, и тогда... Будь ты проклят, Саргерас. Меня не так-то легко победить. Я... Гул'дан, воплощение мрака, все не может кончиться вот так. Дальше руны обрываются. Не могу даже вообразить, с чем столкнулся Гул'дан в последние мгновения жизни. Не нужно воображать. Близится финал. С кем столкнулся, с тем столкнулся. Виновные будут наказаны. Оп. Я завершу начатое. Все видели, я видел. Самое время. Виновные будут наказаны. Просто руна маны. Я завершу начатое. Так, вот, сейчас я вижу. Пора продолжить охоту. Мы впустую тратим время. Нельзя. Я уже заждалась. Поторопись. Разбивайте пока врата. Пора продолжить охоту. А я хочу дальше запрыгнуть. Близится финал. О, еще одна, еще один осколок. 8. Будут наказаны. Самое время. Правосудие свершится. Может, здесь теперь какой-то еще осколочек где-то есть? Финал. Ящики. Я уже заждалась. Я завершу начатое. Так. Руна леса. Дурачка какого-то вызвал. Блять, ну что, ты сам сюда полез и теперь умирай. Само собой. Само собой. Поторопись. Мы впустую тратим время. Этого поднял, он до сих пор летает. Оп, спустился. Получай. Кинжал в лицо. Че ты там стоишь? Иди. Так, а туда нельзя запрыгнуть? Где ты, Майер? Пробуй. За этими воротами слышен какой-то шепот. Должно быть, это Иллидан. Исцеление. Каменный талисман. Призывать каменного голема не надо. Я завершу. Но ничем не поможет. Ну что ты не можешь перепрыгнуть? В чем проблема твоя? Близится финал. Самое время. Все, погнали. Виновные ломай, дурачела. Правос...
правосудие свершится. Ну, помогите ему. Итак, моя тюремщица, ты наконец-то добралась сюда. Я знал, что у тебя все получится. Ты заплатишь за все, Иллидан. Я заберу тебя обратно в темницу. Наивность тебе не к лицу. Получив силу черепа Гул'дана, я унаследовал его воспоминания, в частности и те, что касаются этого места, а также трофея, который он так жаждал добыть. Сила Саргераса. Ты хочешь заполучить ее? Подобного мне не достичь никогда, маленькая тюремщица. Но это... Око Саргераса содержит в себе силу, которой хватит, чтобы раз и навсегда избавить этот несчастный мир от моих врагов. Ирония судьбы заключается в том, что его первой жертвой станешь ты. Ты сошел с ума. Возможно. 10 000 лет в заточении могут поколебать самый крепкий рассудок. Так что мое желание отомстить тебе вполне справедливо. Проклятие! Я должна вернуться к Шантому Фуриону и рассказать ему о предательстве брата. У меня достаточно сил, чтобы уйти отсюда. Но боюсь вам не спастись. Идите, госпожа. Богиня укажет нам путь в лучший мир. Я никогда не забуду вас, сестры. Клянусь, Иллидан дорого заплатит за вашу гибель. Нужно выбираться отсюда, пока эта проклятая гробница не ушла под воду. О, нет! Подлый Илюха, ярость бури поступил с нами отвратительно. Наиша погибла. Нет, Наиша. Ты была моим фаворитом. Виновные будут наказаны. Близится финал. Вы на скорости? Вот это нормальная тема, только пробежать не могу. Зато на какой скорости. Так, возможно, я успею какие-нибудь осколочки где-то найти, где их до этого не нашел. Может, сейчас туда можно будет запрыгнуть. Что-то тут все между собой дерутся. Руна исцеления. Да, можно запрыгнуть или нет, интересно. Я уже заждалась. Самое время. Да, можно. Так. Близится финал. О, упала эта хрень. Я только что видел. Упала. Упала. Так, чего это? Перчатки горской силы плюс 3 к силе. Нахрен не надо мне это. Мы впустую тратим время. Может, надо ее вольнуть? А то гидру. Что по времени? 2 минуты. Блин, я могу и рыгнуть. Да, наверное, я и рыгну. Валим. Так, тут тоже где-то еще одна гидра. Ни хрена себе. Еще реально сдохнуть можно. Так, хорошо, мы прыгнем сюда. Мантия интеллекта 66, ребята, просто вот на последних силах, блин, выпрыгиваю. Близится финал. Руна возрождения. Есть. На попе шерсть. Сейчас, когда? Оп. Себастьян мы сделали. Не все руны нашли, ну ладно.
И это победа. Ребятки, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. С вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Всем пока и до скорых встреч.